Смотри, а смотри, какая ржака. Смотри, ты что там? Чё, ты чё? Ты сломала мой теле... Опа-попс. Папочка, прости, я хотела камеру убрать. Так, кое-кто сейчас пойдет в садик. Не, папа, ты что, я не специально. Ты чё такая драчунья? Встань перед камерой, погоди. Так, ну-ка давай. Так, включила. Расскажите, пожалуйста, что вам не нравится вообще сегодня? Сегодня то, что мне сломали телевизор, я смотрел мультики, а вот эта маленькая-маленькая тертяка. Так, все, пойдем со мной, выходим. Блин, молодая простите, леди. Ладно. Ладно, все. Молодая идем. Леди, выходим. Так. Ну, па, ну чё ты, блин? Ну я нечаянно. А за нечаянно бьют отчаянно, дочка. Это моя фраза, мои слова. Ты шо? Ты шо? Так, все, пойдем, все. Против меня мою же тяжелую артиллерию. Ну а ты как хотела, да? Раз ты такая драчунья, то сейчас, короче, будешь бабосики нам зарабатывать через паркурчик. Пойдем сюда. Блин. О, да он изи, смотри. Вообще изи. Смотри, да, какой изи. Опа, ты чё? Ой, здравствуйте. Здравствуйте. Так, что она говорит? Махач на паркуре. Все, давай, пошла, иди. Махач на паркуре устраивай, давай. Так, ну изи, и что это? Изи же, так давай. Изи вообще. Изи. Изи, изи. Так, понятно. Давай, ну-ка, давай, махач устраивай. Блин, да ты что? Их целых 6 штук за мной бежит. Сейчас папка тебе будет помогать. Смотри, как папка помогает. Блин, где мой бурят? Бурят, давай на помощь. Да я уже их всех отмотал. Ты шо, папань? Как да я вообще... Ты что, кулаки стальные? Ты что? Да, я вообще Халк. Давай, забирайся. Да, все, теперь я бегу туда с бурятом. Они вообще в другое окно полезли. Давай, пошла. Ой, блин, да ты что делаешь? О, нормально. Давай, дочка, махач давай, устраивай. Давай, кто на меня? Ну. Давай. А, блин. Давай, давай. Оп, оп, оп. Еее, все, папа, я их раскидала. А где мой бурят? Где бурят? Они отобрали бурят. Ты шо? Дай бурят, я видела он у тебя, по-моему. Давай, возвращай. Не сдвинусь с места, пока не вернусь. Па. А, блин! Все, да. Мы еще паркурчик-то не прошли, иди сюда. А чё? А зачем мы сюда шли-то? Паркур проходить, вон, видишь? А, блин, продолжение. Ну а да, ты что думала, что вот так будет изи, что ли? Да. Блин, а? Ха-ха. Слышь, дочка. Папка, лох. Ты чё, офигела, что ли? Эй, не надо так это читерство. Иди сначала проходи. Не-не, давай. Ты чё тут обзываешь-то папку? А, блин, а? Опять? Брат, ты только нечестно, что ты говоришь, а? Чуть меня не сбросил. Оп. Блин. Ты жо, гонишь, что ли? Да, блин, зачем мне скидываешь? А, блин. Ой, кто-то упал. Ах, ты там упал, а? А чё, а так нельзя? А все, ты так делаешь, я тоже буду. Ну все, давай уже, прыгай, давай, маленькая. Давай ты первый. А чё я-то? Ты слишком большой. Да ты толкаешь, ты отойди отсюда. Так, эй, блин, да чё ты? Па. Оп. Чё как этот? Блин, а? Ууу. Да ты чё? Ууу. Мы заново всё. Блин, мы оба упали. Мы оба. Че, мы заново, что ли, будем проходить? Ну так все, оба упали. Ну ладно, да, оба упали. Никто никому не подаст руку помощи, все. Ну блин, блинский. Ладно, давай, быстро, пулькой. Не оп. Пихайся только, ну, все, погоди. Все, давай, папка. Не прыгай, пока я на блоке. Оп, так, ну-ка. Молча. А че молча-то, а? Сосредотачивайся. Давай. Тихо. Тише, кот на крыше, ну-ка. Фу, у меня ладошки вспотели. Все, потные ладошки? А кто этот потные ладошки? Фу, не надо, нет, я пошутила. Ай, блин! Не падай, стой! Все, тихо, подожди. Блин! О, нормально. А если бы я не забралась, а ты попал? Тихо, да блин, дочка, ты че? Ты че меня там толкаешь? Давай, прыгай. Забирайся. Ну ты там стоишь и поэтому толкаешься, не толкайся. Тихо. Все, тихо, сейчас я попробую, а ты стой тут. Блин! Ладно, тихо. Погоди, не... Да блин, да попаню. Тихо, давай. Давай, прыгай, короче. Все, стой, не двигайся. Все, я не двигаюсь, давай, короче, ты допрыгнешь? Ты чего? Я лично упала вниз. Давай, ну-ка. Оп, тихо. Так, ты отойдешь? Ну давай уже, прыгай, давай. Да погоди, я прицеливаюсь. Прицеливается, оп. Да блин, тут нереально долететь. Да реально, давай, прыгай, иди сюда. Ты чё, дочка? Тихо.
Это нереально, ребята. Это реально, это реально. Да нереально. Да реально, давай. Да я, в смысле, я жму даже на контру. Телепортируйся, телепортируйся. Короче, ты, смотри, тогда ты на шифте стой, а я буду прыгать. Давай, на шифт встань такая вот так, чтобы не упасть. Погоди. Тёпайся, я не на знаю, шифт. Я упала уже раз. На шифт, вот так, все, типа, ты тогда не столкнешься, все, тихо. Блин, а сложно. Сейчас, подожди, не это там. Да. Блин, да вообще нереально, слушай. Сейчас, сейчас, а сейчас. Как? Почему да мы так медленно? Я летим? Не знаю, сейчас. Вообще нереально. Слушай, какая-то магия, что ты невидимые блоки поставила? Ничего не сдавила, честно. Ну ладно, сейчас, ну-ка. Блин, а? Ты просто не долетаешь, все. Вообще. Ты камень падаешь вниз, понятно? Так, все, сейчас, короче, смотри, смотри, смотришь? Блин. Смотрю. Ты меня дотолкаешь, и поэтому я не могу. Я вообще на шифте на краю сдаю. О, красава. Так, дальше. Оп. Давай, тёпайся ко мне. Нет, я хочу прыгнуть. Давай, да ты не сможешь, дочка. Блин. Ладно, тёпайся. Тихо, здесь на шифте стой. Еее, все, мы справились с заданием. Это было нереально сложно. Блин, погодь. Еее, нормально. Так, окей. $1? Да. А у папки 52. Ты чё? Дай собрать. Да дай! Ой, ух ты, смотри. Дай мои доллары. Успела урвать у папки. О, нормально, 27 у меня просто, я богачка. Да, богачка? Так, ладно, все, пойдем отсюда. Ты что так спускаешься? Нормально все. Давай, дочка, я тебя ловлю. Шутка, не ловлю. Мда. Все, побежали. В садик теперь тебя отправляем. Давай, побежали быстрее. Куда? В садик? Зачем? В садик. За то, что ты такая, короче, драчунья и непослушная. Так смысле? Это задание было такое. Давай, ничего не знаю. С ним надо было вообще помириться. Задание было. Капец, я в шоке. Прикинь, он сам раскидал всего, а я тут это... Давай, кот поехала маленькая. Все, садик. Давай, дочка за мной. И скажи, кто самый лучший папа? Я не слышу. Потому что я не хочу говорить. Ты что? О, все, сейчас такие задания тебе дадим, такие задания. Давай. Ага. Ты что там бороздишь как-то там? Давай, гони, давай, пулькой. Да я пулькой еду как могу, понимаешь? Это максимум моей скорости. Я вон там комментарии читал, там одна девочка говорит, я по школе бегаю и пою пулькой. Капулька, видишь, да, популярите? Ничего себе. Ну ладно, окей. Так, и что мне делать? Бери таблички. Блин, опять, ну елки. Да, решатеньки. Я думала, я тут спать пришла. Где моя кроватка? Нет, тут твоей кроватки, сейчас будешь решатеньки. Итак, значит. Давай. А, ребят, вы тоже, короче, решайте. Тут сегодня мы проходим урок умножения. 9 умножить на 9. Давай. И вы, ребят, тоже пишите. Ну-ка. Короче, есть такой лайфхак. Смотрите, ну-ка, ребячки, ну-ка. Ставите перед собой две руки, разгибаете пальцы и видите 10 пальцев. Короче, смотрите, 9 умножить на 9. Загибаете 9 палец. Сложно, я уже все. Давай. Ты что? Загибаете 9 палец и видите, короче, слева 8, а справа 1. Значит, получается 81. Оп. Нифига! Вы слышали, друзья? Если вы не поняли, перемотайте видео, еще раз послушайте. Да, ребят, это таблица умножения на 9. То есть, если ну-ка, вы, допустим, умножаете... Ну-ка, а если 3 на 4? Ну-ка, давай. Эй, я даже не дорассказала, папа. Ну, давай. Ладно, все, извини, дочка. Любит он меня торопить. Короче, если вы умножаете на 6, то загибаете 6 палец и видите слева 5, а справа 4, получается 54. Оп. Офигеть, нифига лайфхак, я даже не знал. Вот теперь знаешь. Не будешь тупым, папа. Ты чего? Ну-ка, а вот если 3 на 4, как что надо загибать? Ничего не надо, 3 на 4 надо помнить. А, это работа только на 9, что ли? Да, это работа на 9. Ну, типа, на 9 сложно умножать, поэтому так. А, понятно, нифига себе. И реально, друзья, реально, смотрите, если бы здесь было бы 9 умноженное на 6, то было бы 54, обалдеть. Так, ребячки, короче, 3 на 4, да, давайте. Да, 3 на 4, сколько? Давайте, сколько это будет, в комментариях пишите. Оп. О, она уже написала. А, 7 на 8, ну-ка, быстрее пишите, быстрее. А 7 на 8... Слушай, по-моему, 56. Вообще-то 7,8, 48 вообще-то. А, 7,8. 48, ты чё, маленькая, не понимаю. Все, двойка. Блин. Ладно, маленький глупый, иди сюда. Не огорчайся. Не называй меня так, пан, ты же. Ладно.
Итак, значит, нам сейчас надо отгадать, что это такое. Да кто там дверьми хлоп? Тихо вам, тихо, тихо. Идите погуляйте отсюда. Так, иди сюда, маленькая. Итак, значит, как думаешь, дочка, что это такое вот это? Это личинус. Это ребенок. Это личинус, папа. Ладно, пиши личинус. Все, личинус. Так. Отлично, отлично. Оп, готово. Эй, в смысле, кто это был? Это вот эта девочка, это она, тебя. Ты шо, девчонка, ты шо, полегче давай, со своими культяпками. Так, короче, дальше. Да папа, я видела, да что это не ты. Я, это не я, это она, я тебе говорю, видишь, она отвернулась сразу. Она так стоит, так и стояла. Так она быстро стоит, так отвернулась, так типа это не она. Ладно, дальше решаем. А, вот теперь я тоже видела. Да блин, ладно, ты что такое, а? Тихо, папку тут, а ты чё? Все, давай. Так, это куриная лапка. Да, так, ну что, у нас тут холодильник есть? О, нет, это что это вообще? Лапка напишу. Ну да, это куриная лапка, да, что правильно. Так, я пока тут живу, сэндвич. Если вы кушаете, друзья, то приятного аппетита. Да, если не кушаете, то покушайте. Да, а это что такое? Это, кстати, фирменный рецепт от Мама Мия, что это такое? Это... да ладно, крыс-бургер, что ли? Ну да, видишь, вон там крыска, смотри, глазки и носик торчит. Серьезно? Ну посмотри на этот. Видишь? Фу, реально что? Это реально а такое реально существует? Да, ты думал, я переименовал? Нет, это реально крыс-бургер. Типа, это не подделка была. Фу! Он из настоящих крысок был. Капец, я думала, это муляж, типа. Нет. Я в жоке. Так, ладно. Ну, в принципе, ты неплохо себя проявила. Пойдем, тебе игрушечки какие-нибудь куплю. Пойдем за мной. И что это такое, па? Ты должен со мной поиграть? Давай теперь меня слушай, короче. В смысле? Слушай, давай, ну. Давай крестики-нолики. Крестики-нолики, ну, пошли. Ты взяла? Давай, одну карточку сыграем. Ну ладно, давай крестики-нолики. Ты мне дай мне. Дай дам. Мне. На. На нолик. Я хочу быть крестиком, я хочу нолик, быть ноликом. Папа, ты нолик. Папа, ты нолик. Давай нолик, на суефа, у кого будет нолик. Кто проиграл, давай. Тот и получает нолик. Готово? Давай. Один. Два. Не, подожди, сейчас. Раз, два, три. Опа! Ты нолик. Так, оп! Папку не обыграть. Папка повидал жизнь. Он знает. Давай, давай. Папка сейчас, короче, это тебя обыграет. Да ничья, по-моему, уже все. Вообще-то... Так. Оп, папка выиграл. Блин, я не заметила здесь крестик. Все? Папка победил? Ладно, давай еще раз. Давай, всё, давай. Сейчас давай. Выиграю. Давай, ты я первая сдавлю. Давай. Оп, оп. Так, ну-ка такая смотрит. Ага, так. Так. Ну-ка. Да все, короче. Ну давай, да. Тут еще можно. Нельзя. Можно. Вот теперь все, нельзя. Не. Сейчас папка, смотри. Оп! Пока один. Сейчас не так. Да блин, так попробуй меня еще раз выиграть. Сейчас, короче, сейчас вот выиграем. Ну. Ничья. Так, ну и ладно, последний раз играем. Да, последний разочек, давай. Оп, оп. Так, ну посмотрите, тактика. Тактика. Оп. Блин. Все, ничья. Ладно, все, короче, ну ничья, дочка, ничья. Блин, может тебе поддаться? Тебе надо поддаться, а, маленькая? Не надо мне поддаваться, поднимите, ну ладно. Все, пойдем, положим, короче, блоки. Их такая. Да ладно, пошли еще раз сыграем, последний разочек. Ты жо, нет, ты хочешь мне поддаться, я знаю. Да, блин, ты че такая? Все, погнали отсюда. Так, уходим, все. В магазинчик пойдем, пошли, дочка. А где ты? А, все вижу. Давай, быстро, газу. Ой, за тобой кто-то бежит. Стоп, подожди, я... где? Видел? Подожди, ты видел? Ну-ка, пошли-ка обратно. Ты че, па, ты че? Смотри, иди-ка сюда. Пошли. Ты коза. Да нет, иди сюда. Погоди, я задом еду. Смотри. Чё там? Иди сюда, дочка, быстрее, да быстрее. Иду. Где? Ты где вообще? Да здесь.
Что такое? Ты где? Я тебя не вижу. Я приехала. Нормально. Смотри. Ты... Большая киса. Что, заведет? Блин, да что? Он же не двигался. Ну он притаился и тебя, короче, съел. Что? Папа, я не пойду туда. Подбирай бурят, сейчас он бурят съест. Я туда не пойду. Он меня опять когнит. Иди забери все. Нормально, папка тут. Денежки я заберу. Оп. Нормально, смотрите, она чисто такая. Ну, давай. Так, ну-ка. Оп-оп. Он рот открыл. Не ходи! Ой, блин, реально, нифига. Так, на тебе бурят. Чё там осталось? Бурят, там ничего такого не осталось. Бурят, всё. Бери, вот, все. Все, главное, денежки бурят, все, все мое. Все, все твое. Нифига, да, злая киса какая. Да, прям как я. Так, ладно, все, погнали. Мы ему как раз там мясо дали немножко. Ну и все, пусть ест и отстанет от нас. Ну все, давай, погнали, короче, домой, наверное. А, почти в магазинчик заедем напоследок, купим еды и домой. Подожди, па, а мне? А тебе пиццей по губе. Я согласна. Какая? Ладно, давай. Так, окей, все, бежим. Так, ну-ка. Ну-ну-ну-ну-ну-ну. Так, где моя пицца? Покупай мне пиццу, короче. Я возьму себе, короче, пирожочек, клубничка. А где клубничка? А, вот она. Нифига себе там набирает. Смотрите, а набирает. Салатик такая. Куриный. Нормально. Куриный. Все, все. Яблочко. Да. Все. Подожди, па. Не все. Мы уходим. Круассанчик. Нифига всё, она там. Ладно, все. А то буду там... толстым ребенком. Да ты уже и так, знаешь, что ты уже и так, скажем так, пончик. Я не пончик, па. Ты мой пончик, у тебя мой пирозотик, засосики тебя. Капец, я в шоке. Тё, давай, погнали. Никто меня не смеет называть пирожочком, понимаешь? Потому что я морковка. Ладно, давай морковка, давай репка, давай свекла, езжай за мной. Все, еду. Давай я тебя буду звать репка. Не, ну какая я репка, я морковка. Ты морковка? Ну ладно. Да. Морковка тогда, ладно. Все. Так, в общем. Чего? Ты где там? Ты где там? Я еще не доехала, пап. Давай, быстро, пулькой. Оп. Так, в общем, дорогие друзья, ставьте лайк. О, да, ребятушки, подписчика, комментик, колокольчик, дзинь-дзинь-дзинь, вопросик дня. Да, и вопросик дня, вот смотрите, а вот она у нас морковка, а кем вы бы себя назвали? Может быть, картошка, может быть, капуста, может быть, свекла, вот чисто придумайте реально вот, какой вы фрукт, либо овощ, короче. Ну, я-то точно овощ. Ты овощ еще тот, да, прям, о, какой овощуга. Пап, ты тоже овощ, ты че? Чё, ты да, самый пап... главный овощ из всех. Так, ну-ка, сейчас, короче. Так, ну-ка, баклажан. Короче, ребят, вы пишите комментарии, а мы с доченькой пойдем. Ну-ка, иди сюда. Чё, давай, тётя? Конфетку даешь, да? Ох ты, ты!